Сегодня я, Татьяна Куриленко, рада вас приветствовать на таком волнительном событии, мероприятии. Мы встречаемся на академиях раз в год и, конечно, занимаемся прокачкой себя, потому что сегодня мир требует изменений, и мы, конечно, за то, чтобы себя в этом бизнес-пространстве позиционировать активными, позитивными, а самое главное, продуктивными. И, конечно, наша основная идея – это работа на командообразование. И сейчас вы видите на своих экранах план, по которому мы будем сегодня в течение 3 часов себя очень хорошо работать, свое внутреннее состояние, свой мозг активировать. И прошу обратить внимание, что в самом начале я скинула информацию о том, что в конце академии у нас будет розыгрыш. Розыгрыш непростой. Это приглашение на очень торжественное событие, которая будет 21 марта 2023 года проходить в Алма-Ате. И я хотела бы еще раз акцентировать на том, чтобы вы ознакомились с правилами. Сейчас я еще раз продублирую эту информацию здесь в чате. Самое главное – быть внимательным и, конечно же, отслеживать несложную задачу, а именно – на слайдах выступающих будут указаны цифры. Они выделены ярким цветом. И просьба записывать, вооружиться карандашом, ручкой, блокнотом, записывать эти цифры. И после того, как наша академия будет подходить к концу, мы объявим розыгрыш открытый. Конечно же, самый внимательный и самый активный, кто напишет первый правильную сумму всех цифр, получит пригласительный билет на двоих. Имейте это в виду, приглашайте ваших партнеров. Ну, кто не успел, тот, как говорится, опоздал. Если захотите, поделитесь той информацией. Но самая главная наша задача сегодня, конечно, прокачать свое сознание, потому что мир меняется, и мы должны меняться. Я прошу, поставьте плюсики, как меня слышно, как меня видно. И мы начинаем, стартуем. Все отлично, видно хорошо. Новый уровень тебя с темой нашей всей академии, это, конечно же, создаем свою реальность сами. И наша задача сегодня запустить наше новое видение того мира, который нас ожидает и уже, в принципе, готов принимать нас с новыми мыслями, с новыми нашими идеями. И мы, как нельзя кстати, настолько являемся... Такой бизнес MLM, он очень трансформационный, поэтому сегодня, если бы меня спросили, Татьяна, какой ты можешь дать совет, я бы сказала, не бойтесь ошибаться. И действительно, ошибки, те, которые мы допускаем, нас учат быть сильнее, мудрее и, конечно же, эффективнее, потому что мы очень подключаемся к решению всех вопросов проблемных так очень энергично, интенсивно, что это действительно становится в некотором смысле тем опытом, который помогает нам развиваться, расти и получать доходы. А самое главное, мы начинаем меняться. И вот эти 3 часа будут, конечно же, ключевыми для тех, кто сегодня в такой... Напишите еще, из каких вы городов, потому что в Алма-Ате сегодня погода нелетная, так сказать. И, конечно же, 3 часа в дождь можно посвятить, чтобы действительно получить новые инструменты для того, чтобы принять свое решение. Потому что если вы сегодня здесь, то значит у вас существует внутренний запрос на трансформацию и изменение чего-то такого, знаете, внутреннего состояния унылости. Ну, тоже должна вас как бы расстроить сразу, да, что нет той волшебной палочки, кроме волшебного внутреннего желания, того самого пенделя, который мы периодически сами себе создаем и получаем. Но почему-то очень странная закономерность, что чтобы начать что-то менять в своей жизни, мы должны получить какой-то негативный результат. Ведь можно начинать из позитива, потому что есть
те сообщества, есть люди, которые готовы совместно, командно поддерживать идею, миссию и делать вместе с вами то, что называется бизнес. Самое главное, что если вы внутреннюю эту уверенность чувствуете, вы делаете что-то в первый раз, потом повторяете этот результат, потом закрепляете этот результат и потом передаете свой опыт, то что мы получаем внутри? Мы получаем колоссальное моральное и материальное удовлетворение от того, что мы делаем. И каждый день у нас это тот же самый эффект бабочки. И есть такие благоприятные обстоятельства, когда мы действительно становимся бабочками. А если нет этих благоприятных условий, тогда что? Тогда проблемы на самом деле никогда не заканчиваются. И более того, решение одной проблемы возникает еще две. Да? То есть поставьте, пожалуйста, единички, у кого так бывает, потому что на самом деле, ну это очень важный момент, когда мы решаем какие-то, да, когда мы решаем какие-то проблемы, у нас действительно возникает еще больше проблем, потому что амбиции наши растут, потому что желание наше растет, и мы уже не готовы оставаться на том прежнем уровне, на котором мы находимся. Поэтому трансформация и новый уровень себя, он в буквальном смысле присутствует в каждом нашем дне. И это нормальная история, потому что проблемы, они на самом деле нужны и предпринимателю, и человеку в целом, чтобы усилить дух, разум, и мы становимся сильнее. Вот я лично приняла всей своей душой и телом, что моя миссия — расти, делать вклад, укреплять свой дух и самое главное — быть счастливой. И я очень хочу, чтобы мои дети говорили: да, это сделала моя мама, для меня это важно, потому что сейчас я всем говорю: это сделал мой батя, да, потому что на самом деле все, что сейчас есть в моих руках, есть мой опыт, все, что в меня вложено, это очень-очень большая заслуга моего отца и нашего многоуважаемого Виктора Николаевича. Так что мой батя сделал мое будущее. Я хочу, чтобы мои дети говорили, что моя мама внесла очень большой вклад. И мы часто, очень часто сталкиваемся с такими моментами, когда мы инвестируем в детей всю ту информацию, которую сегодня мы в себя впитываем. У нас классный батя, согласна. И мы, конечно же, всегда стремимся к тому, чтобы самое лучшее передать своим детям. Поэтому трансформация из кокона в бабочку – это очень такая прям видимая аллегория, потому что каждый проходит свой путь трансформации. И, конечно же, очень важно добиться вот этого внутреннего удовлетворения, потому что когда внутри есть удовлетворение, конечно же, хочется творить, делать дела, развивать, увеличивать. Я вот смеюсь и говорю, читаю чат, и мне очень интересно. Да, на самом деле очень хочется, чтобы те дела, которые мы сегодня делаем, и та миссия, которая на сегодняшний день заложена в самом центре компании, это, конечно же, быть счастливым. Но бывает так, к сожалению, что не рождаются успешными предпринимателями, людьми. Всем предпринимателям нужны, конечно же, навыки, инструменты, постоянная работа над мышлением и состоянием и эффективная забота о здоровье. И все эти четыре пункта есть в компании. Вспомните вот эти четыре основы бизнеса. И, конечно же, это все очень доступно для каждого. Мы обеспечиваем этой информацией буквально каждого желающего, но самое главное, что мы никого не можем заставить. Все зависит от личного желания. И как внутреннее состояние влияет на наше желание меняться, конечно, у кого-то наступает такой кризис, когда проблема уже просто находится на пике такого внутреннего взрыва, потому что 90% бизнесов не имеют фокус на механизм. И на самом деле нам всегда говорят, как делать.
а вместо того фокуса на результат, что делать и почему. Нас просто не учили мышлению на результат. И вот сейчас буквально, ну, наверное, может быть, несколько лет, учителя, кто Алма Кабдешна, подскажите, когда в школе ввели предмет логику, да, когда наше логическое мышление помогает нам строить и мыслить, потому что вот на самом деле нам дают механизмы, а этими механизмами мы часто себя загоняем в стрессы и тупики. И часто мы себе говорим, поставьте двоечки, пожалуйста, если вы себе задавали хоть раз такой вопрос. Что дальше? Цель достигнута. Предположим, месяц закрыт, промоушен выполнен. Что дальше-то? И как часто вы себе задаете такие вопросы? А если вы задаете себе вопрос, а зачем я это делаю? Какой мой фокус на результат? Какой он? Что я хочу сделать? Какую трансформацию сегодня я хочу пройти? Что для меня сегодня важно? Так вот, на самом деле, вот эти все вопросы, они очень часто нас заваливают вот в это болото, которое нас затягивает очень сильно. И можно задать себе простые вопросы. Сейчас вот пройдите этот тест. Кто я? Бабочка или кокон? Что я даю своему телу? Я хочу свободно летать или сидеть в коконе? Чем я занимаюсь? Что приносит мне удовольствие и развитие? Я пью нектар со всех цветков или сижу в коконе? И часто мы заваливаемся в этот кокон. Этот кокон называется стрессы, депрессии, лень. Я не знаю, какие можно еще синонимы придумать, да, к этому кокону. Но если вы сейчас себе честно ответили, что вы бабочка, то, конечно же, развивая в себе лидерские качества, вы повышаете свою ценность и привлекательность. И как профессионала, как эксперта, как сетевого бизнесмена, конечно, вы сразу же автоматически начинаете привлекать самых перспективных и опытных партнеров, потому что сетевой бизнес – это, конечно, бизнес команды. И на самом деле вот за 8 лет работы, почти 8 лет, мы в апреле уже будем праздновать 8 лет. Вы представляете, вот как это много и как это мало. Но за это время партнеры компании получили свои вознаграждения, решили многие свои проблемы. Многие закрыли такие накопившиеся моменты, как кредиты, купили и поменяли новые автомобили, купили детям квартиры. Поставьте плюсики, кто это все делал. А разве это не результат? Мы уже говорили про то, что мы очень быстро обесцениваем свои результаты, потому что мир не стоит на месте, и мы очень быстро пытаемся выйти на уровень нового результата. И мы забываем то, что вчера нам приносило удовольствие. А если мы это все аккумулируем, конечно же, внутренняя уверенность и внутреннее состояние, оно дает действие, что я это смогу, я это сделаю. И я на самом деле вижу вот эту всю картину изнутри, да, все то, что наши партнеры компании «Мир Фукайдана» делают, какие результаты получают. Я не смотрю на результат одного месяца или одной недели, я смотрю на результат какого-то периода. Я смотрю, какие действительно достижения выполнены, допустим, в разрезе одного года, двух, трех, пяти лет. Это действительно результат? И кто-то скажет, ой, ну им же легко, им же это все дается. Да нет, никто не родился с золотой ложкой во рту. И все пашут, учатся, развиваются. И сегодня здесь все те, кто хочет меняться. И те, кто когда-то на первой VIP-академии, возможно, может быть, на первом нашем семинаре, нашей встрече или еще где-то в офисных центрах приняли решение быть здесь, быть в компании. Они сделали свой выбор, и сейчас есть то, о чем вы будете в течение 3 часов слушать, ведь кто-то это смог сделать. Я смогла, и ты сможешь. Она смогла, и ты сможешь. Он смог, и ты сможешь. Потому что у каждого из нас всегда есть выбор. И самое правильное – задать себе вопрос, а хочу ли я быть здоровым? Да? Потому что миссия компании, она именно в этом. А хочу ли я быть материально независимым? Компания платит деньги. И спросите, поставьте троечки, кто подтверждает, что компания платит деньги. А хочу ли я работать и развиваться?
потому что есть все инструменты, все возможности. А хочу ли я качественно изменить свою жизнь? Какой мой внутренний запрос? Какой мой запрос на результат? Почему я здесь? А хочу ли я найти свое предназначение и признание? И если вы сегодня, здесь и сейчас слушаете всех выступающих спикеров, значит, вы ищете ответ хотя бы на один из перечисленных пунктов. И у вас есть уникальная возможность сделать ваш выбор в пользу компании «Мир Фукаидана», в пользу своей трансформации и в пользу того, что изменит вашу жизнь в ближайшем будущем. Потому что мой батя когда-то решил, что я создаю свою реальность сам и привез Фукаидан на территорию, где мы сейчас с вами находимся. У нас есть уникальная возможность пить эту водоросль, не меняя свои локации, не уезжая никуда, не заказывая это где-то, чтобы ждать 2-3 недели. Это все сейчас в наших руках. И если сейчас спросить себя, а все ли я сегодня сделал, чтобы завтра эта информация начала работать на меня, то вернитесь чуть-чуть назад в то недалекое будущее. Потому что в нашем сетевом бизнесе люди очень охотно платят деньги за информацию, за скорость, за возможности, за экспертность. И очень тянутся к тем, кто не боится ошибаться. Тем, кто готов выйти из кокона, тем, кто готов трансформироваться в бабочку и, конечно же, имеет такую неумолимую жизненную энергию, просто рвет и мечет, потому что ему очень хочется в этом мире попробовать все, узнать все, вариантов масса. Все, что вы сегодня имеете в ваших руках, вы можете преувеличить, передать этот опыт. И, конечно же, не исключаем, что в кризисы рождаются новые идеи, потому что сегодня мир переживает серьезный переломный момент. Уже не будет так, как вчера. И кризис у каждого свой, он внутренний. Вот это изменение, ломка заставляет нас задумываться о чем-то о другом. Но если, конечно, ничего не делать, то из кокона выбраться трудно, и утонуть в болоте такого негатива, депрессии очень легко. Наша задача – научиться мыслить позитивно и действовать как лидер, потому что самые успешные бизнесмены никогда не сомневаются в своих силах. Виктор Николаевич, поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, потому что это истина. Думаю, что вот масштаб и вера в победу – это самая большая внутренняя амбиция, потому что самый лучший изменить в мышлении – это начать действовать. Не бояться рисковать, брать инициативу, ответственность, потому что мы всегда ищем новые подходы, экспериментируем с разными методами работы. И, конечно же, со временем мы заметно меняемся, и меняется наша самооценка. Потому что благодаря этому опыту мы уже гораздо спокойнее реагируем на разные препятствия, на отказы, да, на неудачи. У нас появляется уверенность, а поставленные цели достигаются намного быстрее. А главное, появляется легкость внутри себя. И на самом деле себя чувствуешь такой озорной девчонкой, радуешь этот мир красотой, здоровьем, долголетием, потому что мой девиз: если я смогла, и ты сможешь, не бойся ошибаться, выходи из своего кокона. И как эта девочка, будь таким же вот легким, позитивным, летай как бабочка. Я готова сейчас еще раз повторить новости для тех, кто только подключился. Не упустите возможность. Участвуйте в розыгрыше. Потому что сегодня у нас событие прокачки, прокачки новой трансформации себя. Делайте записи в ваших блокнотах и записывайте цифры, которые вы будете видеть на слайдах спикеров, потому что пригласительный билет на Наурыз Пати, на грандиозное событие наше 23-го года, где мы будем подводить итоги, будем собирать самых активных участников промоушена «Фортуны». Кстати, вы сейчас можете подключиться к этому промоушену. У нас еще
Ноябрь не закончился, и еще 3 месяца второго зимнего сета будут для тех, кто сейчас примет решение. И записывайте цифры, выигрывайте этот пригласительный на двоих, прокачивайте себя, выходите на новый уровень, потому что мир меняется, он не будет ждать, он не будет ждать.